Привет всем, меня зовут Алексей. В этом видео я покажу вам несколько серебряных интересных монет, которые я обещал отправить подписчику. Давайте посмотрим. Вот в таких вот коробочках выдаются монеты в Национальном банке Украины. И давайте посмотрим, какую монету я вам сейчас предлагаю посмотреть. Очень красивый бархатный футляр. Футляры можно, кстати, покупать отдельно в Национальном банке Украины. Давайте посмотрим. Достается вот так вот, выглядит. Очень красиво, с камнем, плотно довольно-таки установлено. 2013 год, 5 гривен. Видите, у нас указано серебро, да, 15,55 грамм. Наш логотип монетно-банкнотного двора. Очень красивый орнамент, смотрите. 925-я проба и вот обратная сторона. Потрясающая монета. Конечно, вот сейчас для примера вам покажу еще одну монету из серебра, которая немножко в другом футляре у нас есть. Вот смотрите, это из серии монеты Литаки Украины 2018 года, 10 гривен. Тут, конечно, гораздо больше. Можем посмотреть на паспорт, указано рик монеты 2012, проба, диаметр 15,15, 925, 925.